Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ по 18-му каталогу, последнему в этом году. Много новиночек. Итак, поехали. Заказ всего лишь на 50 баллов, даже 50 баллов нет. Буду делать заказ еще по этому каталогу с новинками следующего. И тем более сейчас у нас каждый день проходят очень классные акции, то есть нам дают промокоды. Еще в официальной группе Telegram Faberlic тоже ежедневно дают промокоды на различные продукты. То есть вот сегодня первый день, допустим, был на парфюмерию промокод. Подписывайтесь на официальный телеграм-канал Faberlic, и там тоже ежедневно предоставляют такие вот промокоды. Плюс еще новогодний переполох. Плюс мы еще с вами набираем купоны, которые будем тратить в первом каталоге. Ой, еле открыла. Коробка безумно тяжелая, у меня даже муж ругался. Я говорю, да там не должно быть, ну, как бы ничего тяжелого, ну, сильно. Потому что на 40 с чем-то баллов заказ и макароны. Так, ну погнали, устраивайтесь поудобнее. Вот они, купоны бумажные, они нам не нужны. Нам нужны они в электронном виде. Бумажные — это только как инструмент работы консультанта. Да, может быть, здесь свои данные можно вместе с каталогом кому-то отдавать и таким образом работать. Они у нас будут в электронном кабинете. Когда настанет первый каталог, я постараюсь снять ролик на эту тему и все вам рассказать. Так, ну слушайте, прям вот на 40 с чем-то баллов, но коробка битком реально тяжелая. Так, серия «Дом». Взяла два средства, которыми люблю убираться, которыми люблю мыть полы и протирать поверхности. Первое – это концентрированное моющее средство из серии «Дом» Faberlic, цветущая липа, за аромат обожаю, свежескошенной зеленой травы. И цветущая липка, невероятный аромат. 302-17 артикул средства, и то не требует смывания, очень классные, крутые, мне безумно нравятся. «Ума». Во-первых, 0+, то есть можно обрабатывать столики в детской, там мебель и так далее. Гипоаллергенная одушка, она здесь очень деликатная. И знаете, вот одушка чистоты, свежести, стерильности. Ну, не стерильности, нет, стерильности — это хлорка. Ну, вот прям так классно. Намоешь квартиру с этим средством, и вот прям класс. 305-19 артикул. Очень рекомендую попробовать, кто еще не брал. Так, поехали дальше. Из серии «Дом» у меня еще средства для унитаза. Постоянная покупка. Беру разный. Но что-то вот, знаете, последнее время заметила, что вот этот именно 7 в 1 «Морская свежесть» в артикуле 302-92 мощнее нашего самого старенького, такой просто с салатовой этикеткой. Вот мне так почему-то показалось. Тоже отмывает, но вот... Вот это помощней. У меня в последнее время сложилось именно такое впечатление. Так, гель для душа взяла для себя любимый. У нас долго его не было на складе. Один из любимых гелей для душа в компании Faberlic. Это линейка «Ля Крем» с молочными протеинами. И у нас здесь что с вами? Алоэ. Такая душка. Он молекулярный. Не знаю, чем отличается обычных, но он... Ой, мицеллярный, господи, мицеллярный. Очищает очень хорошо. Артикул 86-59. И не пересушивает кожу. Нет такой обильной пены, допустим, как в линейке Бонжорно, Ботаника, и парфюмерные гели. Нет ее такой обильной, но тем не менее она присутствует. Но тело после этого геля прям мягенькое. Мне очень нравится. Так давно я за ним... Боже, какой аромат! Аромат свежести и чистоты. Просто потрясающий. Я давно за ним охотилась. Наконец-то урвала. Один только, представляете? Так, дальше. У меня здесь есть на подарочки. Еще добираю подарки к Новому году. Крестному заказала вот такой вот аромат Best Bro One Way. Мне больше нравится голубой. Он больше подходит моему мужу. И... Он для более молодых, наверное, вот так. А красненький для постарше. У нас крестный в возрасте такой, вот, ну, уже под 50. 32-65 артикул. Аромат классный. Вот эти ароматы, они вообще достойные. Дарить их не стыдно. Здесь эко-упаковка. Она такая вот и брутальная, и в то же время эко. Очень нравится. Вообще эти оба аромата достойные. Faberlic очень много мужских достойных ароматов. Дальше на подарочки взяла вот такой вот гель для душа. Это, наверное, супруги крестного у меня пойдет. Там еще дейзик должен быть. Да, вот он. Вот он, дейзик. Это линейка Оферик Сенсуэли. Мне больше нравилась Мансуэли, но давно уже, к сожалению, не выпускают Мансуэли. Поэтому взяла этот. Это сладкий аромат, на зиму согревающий. Это один, единственный парфюм Faberlic. Про парфюм я сейчас говорю. Оферик Сенсуэли, который я
очень быстро добила. Потому что много флаконов стояли в использовании, это было уже несколько лет назад, и этот вот зашел. Поэтому, если не пробовали, возьмите в формате дезодоранта, в формате геля, попробуйте, потестите аромат, он очень многим нравится. Артикул геля для душа 81-20 и дезодорант 35-04. На подарочек, вот так, или как дополнение к основному подарку, очень-очень вкусно. Так, маску для волос Морошка взяла для себя и для Ксюшки. Мне безумно нравится, как она работает на Ксюшкиных волосах. Ее слегка кучерявые волосы ложатся красивыми волнами, красивыми локонами. Она прям потрясающая, запах у нее классный, она плотная, ее хватает надолго. Она хорошо распределяется, она реально питает волосы. Вот такая вот она густенькая, видите, не стекает даже. У нее классный действительно аромат Морошки. Вообще эту серию считаю Faberlic крайне удачной. Артикул 0197. Дальше, носки на подарок тоже взяла крестному, потому что предыдущий отобрал муж. Это носки, на которых на пяточке полоски. Все их уже видели, открывать не буду. Здесь две пары, артикул 42-43, ой, размер 42-43, артикул 820-688. Носки классные, с елками, кстати, сейчас муж носит вообще нормально. Они достаточно теплые, не шерстяные, конечно, достаточно теплые, они высокие. Я говорю, слушай, надо было еще размер побольше взять, вообще до колена было бы. Кисти обновляю потихонечку для нижнего века, вот эту мне нравится использовать, это для растушевки. Для нижнего века артикул 910-133, сейчас в каталоге желтые ценники на кисти, поэтому взяла парочку, чтобы сработала акция. Нужно брать четное количество. Сейчас я ее достану и покажу вам, почему именно она мне нравится для нижнего века. Она вот такая вот сплюснутая, вот такая, и вот так выглядит, то есть уголочком кверху. Дети там бесятся у меня вообще. Развлекаются как могут, пока мама снимает. Вот, и именно нижнее веко мне подводить очень нравится. Тушевать стрелочку ей очень удобно тоже. Вот такая вот кисточка, прям люблю ее. И это обычная для растушевки, пушистая, мягенькая, как бы все хорошо. Для растушевки верхнего века 910-134. Так, едем дальше. Взяла из линейки Ума вот такое вот средство 1+ для подмывания. Ну и как детский шампунь, и как гель для душа. Артикул 27-92. В основном как подмывашку используем, ну и когда что-то кончается, можем как пену для ванны. Средство безопасное, состав классный, все как бы супер. Так, дальше, мои хорошие, для деток что еще взяла? Вот такие две пены для ванны, меняющие цвет. У меня и Ксюшка, и Крис их очень любят. Они 3+, артикул 28-82. Сначала пена вот такая вот желтоватая. Видите, вот такая вот прозрачная гелевая консистенция. Когда соприкасается с водой, становится, ну вот как ящерка такая, сине-зеленая такая, яркая-яркая-яркая, больше синяя. Детям этот эффект нравится, кожу не сушит, аромат действительно классный, яркий, сочный, ананасовый, поэтому запаслась. Так, Кристюша взяла еще ее любимую пасту, просто она ее обожает, хотя сейчас начала уже из линейки Техно Kids у Ксюшки брать пасту с яблоком, которая 6+, хотя там есть мята, но она все равно ей чистит, понравилась. Но больше всего она любит вот эту 3+ банан, артикул 28-86, потому что здесь совершенно нет мятного никакого, ни ментолового отголоска, и она с удовольствием чистит именно ей. С деловым видом сейчас зашла, такая пасту свою забрала и ушла. У нее кончилась как раз сегодня. Влажная туалетная бумага детская 0+, 40 листов, биоразлагаемая и смываемая, с классным составом, гипоаллергенная, две штуки взяла. А то, что-то последнее время не было, я вам говорила, что сейчас новинок будет мало. Мало в первом каталоге новинок, но и так нас акциями компания завалила, и по драйву, и по всему куча. Поэтому беру то, что люблю. Вот этот заказ прям то, что люблю. И следующий тоже будет много того, что реально люблю, без чего практически не могу обходиться. 304-01 артикул. Должна у меня всегда быть, потому что иногда это очень актуально. Так, дальше. Ксюшке очень нравится вот эта линейка. Взяла я гель для душа Bubble Gum 3+, артикул 29-68. Действительно пахнет как Bubble Gum. Гель очень плотный. Смотрите, еле-еле стекает. Вот еле-еле прям. Расход минимальный. Если Крис не отожмет, у нас минимальный расход получается. А так у нее за раз полбутылки, если успеваем выхватить. Взяла средство свое тоже, только вот закончилось, для интимной гигиены. Любимое, переливаю во флакон с дозатором.
Самое любимое мое средство, вот именно средство, а не гель. Гель мне подсушивает. 16-40 артикул, здесь молочные протеины. Потрясающее, великолепное средство. Пользуюсь в основном только им. Дальше вот такие красивые носочки тоже пойдут у меня на подарок, поэтому вскрывать не буду. Это достаточно теплые носочки. Вот в такой презентабельной упаковке, девчонки, дарить не стыдно и вообще красота. 820-702 артикул в размере 36-38. Куда-нибудь отправлю на подарочки. Так, дальше взяла прокладок. В этом каталоге тоже хорошая цена. Слушайте, я взяла 4 туалетных бумаги. Ну, правильно, а чего уж мелочиться-то. Взяла, у меня еще есть небольшой запас ночных, но взяла еще одну пачку. Цена хорошая, скидка. И ежедневочки. Взяла ежедневки 112,88. Здесь 20 штук, цена адекватная, но для стрингов они не подойдут. То есть ежедневочки широкие. И ночные мои любимые лыжи, как я их называю, с анионовым чипом. С ними не болит живот, они нейтрализуют запах. Они прекрасно впитывают, изумительная защита от протеканий. Слава богу, что человечество додумалась до такого формата прокладок, а именно Faberlic. Здесь 7 штук, 112,95. Я не нашла им замены, даже искать больше не буду, потому что это самое великолепное, что я когда-либо пробовала в жизни. Едем дальше. Взяла масло Money Flow. Так, а секси не взяла? Нет, не было секси, значит, в наличии. Мне вообще безумно нравятся эти два аромата. Я хочу такие парфюмы, девчонки. Девчонки, знаете, секси на что похож? С розовой этикеточкой. Если есть на вашем складе, сейчас цены хорошие на масла, вообще дешевые. На аллегория мандарин базилик от Герлен. О боже, как похож. Это я поняла недавно. Я обожаю эти ароматы. Я добавляю их в увлажнитель воздуха. У меня есть специальный отсек для масел. И я кайфую. Просто кайфую. Нереально. Несколько капель и красота. И у Money Flow тоже великолепный аромат. Вот они такие притягательные. Вот ты их нюхаешь, понимаешь, я хочу еще, еще, еще. Я прям очень рекомендую. Если у вас нет аромалампы, значит, в конце концов, можно капнуть на батарею. Я помню, лет 10 назад я капала на лампочку. Но это надо делать аккуратно, пока она еще не горячая. Вот есть торшер, допустим, в комнате. Пока еще он не включен, лампочка холодная. Можно на саму лампочку несколько капель капнуть, можно даже пальчиком так растереть и включать торшер. И аромат опять будет заполнять комнату. Но это для тех, прям вот, кто хочет волшебства, но у кого нет увлажнителя, нет аромадиффузора какого-то, куда-то можно это масло налить, да? Я так делала, да, очень давно. Грелки для ног, конечно же, взяла, потому что у нас холодно, у нас жутко холодно, у нас пронизывающие ветра, я ощущаю себя жителем вообще Антарктики или Арктики. Они реально работают, они великолепные, они крутые, они классные. Они от 8, мне кажется, до 16 часов могут держать, потому что они долго горячие реально. То есть на прогулку, на одну хорошую, на несколько часов однозначно хватает. На другую, конечно, уже не хватит, даже за сутки они остывают. Они одноразовые. 910-544 артикул. Но вот когда на горку, там куда-нибудь с детьми идем или едем, вот эту вещь с собой взять, и ты прекрасно знаешь, что ни у тебя, ни у детей ноги не замерзнут, это просто великолепно. Дальше взяла праймер для губ. Любимейшая вещь тоже. Вообще вот эта линейка Do The Best потрясающая. Артикул праймера 403-94. Что он делает? Он идеально разглаживает губы. Моментально, сразу после нанесения у вас становятся гладкие губы. У вас уходят абсолютно все морщинки на губках. Они становятся идеально ровными и заблюренными. Без какого-либо блеска. Вот так вот он выглядит. Это плотная такая консистенция кремовая. Без какого-либо блеска. То есть, видите, его вообще не видно. Он не блестит. Он просто разглаживает. Нанесу. Идеально. Мне вот такого стика прям на зиму хватает. Не всегда зимой хочется пользоваться помадой. Причем дает легкий оттеночек на губах все равно. То есть вот слегка как подвыбеливает их, что ли. Но это смотрится красиво, аккуратно. Аромата практически никакого не имеет, но моментально разглаженные губы. Вот если вам такое надо, обязательно присмотритесь. На год стика хватит точно. Потому что он такой плотный, что расходуется очень медленно. Так, девчонки, дальше у меня целый пакет новинок. Конечно же, еды. Сейчас пошуршу за кадром и все посмотрим. Запасливая становлюсь. Целых 3 упаковки полезной пасты. Вот так вот. Давайте смотреть. Пачка большая. Сейчас скажу граммовку. Сейчас все с вами почитаем. Потому что девчонки спрашивали граммовку. Камера почему-то делает ее голубой. Нет, это классный цвет морской волны. Ментол, бирюза. Вот такой. 4 злака, во-первых. Но уж если есть макароны, слушайте, то такие. Твердые сорта пшеницы, овса, ячменя и ржи. Это просто потрясающе, потому что, допустим, вот мои дети, они не едят каши. В принципе, их не едят никакие, нигде. Поэтому злаки все-таки надо включать. Но на второе они крупы едят. Нет, они едят на второй крупу, а каши не едят. И вот тут у нас 4 злака. Это же очень здорово.
Контроль веса, здоровое сердце, цельное зерно, повышает иммунитет. 400 грамм граммовочка, видите, 400 грамм. То есть пачка хорошенькая, большая, 55 рублей, девчонки, вообще копейки. 158,73. Состав. Мука макаронная из твердых сортов пшеницы, в скобках дуру. Высший сорт. Мука цельно-молотая, многозерновая, в скобках овсяная, ячменная, ржаная вода. Все. Способ приготовления. У нас 4 минуты. Нужно варить альденте, да? Я вообще не варю макароны, я вам уже рассказывала. Я засыпаю в кипящую воду. Вода вместе с макаронами закипает, я выключаю, накрываю крышкой. Вот так очень вкусно кушать макароны, любые, эти, думаю, тоже. И потом они минут 15-20 стоят, они сами там по себе разбухают, то есть их не варю, ни минуты. Вот, и потом мы вот так кушаем. Вот, информацию вам всю показала. Взяла 3, потому что сейчас вы разберете, я же вас знаю. Вы сейчас все разберете, ничего мне не достанется. Кетчупа 4 взяла. 1, 2, 3. Не падай, милый. 4. Кетчуп сейчас вообще сметут. Я видела, как мои девочки берут кетчуп по 20 штук. 280 грамм. Мне нравилась предыдущая версия. Я думаю, что не изменилась. Просто этикетка у нас стала такая, ну, не знаю, тактильно, зрительно, очень приятная. Мне прям импонирует. Из помидоров черри. Он безумно был вкусный. Давайте пробовать. Чё разговаривать? Сейчас скажу, такой или не такой. Такой. Кетчуп, который я готова есть ложками. Очень люблю помидоры. Особенно черри сладкие. Это сладкий кетчуп, он реально очень сладкий, но здесь нет сахара. Здесь подсластитель растительного происхождения, обратите внимание. Здесь есть стевия, здесь есть куркума, красный молотый перчик, черный молотый, мускатный орех, петрушечка, специя орегано. Он очень вкусный, девочки, это самый вкусный кетчуп. И он как был самый вкусный, так и и остался. Боже, как я хочу его еще. Но он реально вкусный. Артикул 158,72. Все уже доступно к заказу. Так, дальше соль. Взяла всего лишь 2 штуки, потому что не хватит надолго. 158,71 артикул. Такая же у нас соль была в розовой баночке. Или она была без магния у нас, просто, по-моему, с пониженным содержанием натрия, да? Не помню, девчонки, уже. А это с магнием. То есть магний – это вообще штука классная. Поэтому эта соль, если она не изменилась, она малосоленая. То есть, если вы привыкли хорошо солить пищу, то здесь вам придется отвыкать. Потому что, чтобы хорошо ее просолить, придется очень много высыпать, скажем так, да. Но потихоньку, когда мы переходили на эту соль раньше, мы отвыкали есть такую сильно соленую пищу. Я считаю, это очень круто. Вот у нас с вами состав. Всю информацию вам показала. Мы отклеиваем вот эту ленточку. Потом я достаю вот этот колпачок, который сверху ножичком поддеваю. И вон там такая штучка, она обведена. Мы ее с вами выковыриваем. Иногда она может упасть внутрь, ничего страшного. Выковыриваем, и потом у нас с вами вот мы различные помолы можем в эту дырочку направлять. Совсем крупный, средний или вот такие вот мелкие дырочки. Вот таким образом. Так, ну что, мои хорошие, вот такой у меня был заказик, каталог. Классный будет подарок в первом каталоге за регистрацию. Классный, хорошенький. Варежка — это прям супер-пупер для ванной вещь. Пользуюсь при великим удовольствием, чищу ей ванну. Замечательно, без каких-либо средств, не только ванну. Ссылочка для регистрации всегда под видео. Надеюсь, вам было интересно. Кто уже брал кетчуп или попробовал макароны, обязательно пишите. В следующем ролике мы тоже с вами обязательно, на эту серию есть отдельный ролик, обязательно сварим макарошки и все попробуем. Всем пока!